помощь! Не щадите ладони! Мы начинаем! Thank you.
похожи на людей. Вот эти темные, опалины, это уже загорелые, отдыхающие молодые трудички, которые отдыхают уже не первый день. И два белых пескула, те, как только-только приехали, еще даже сгореть не успели. На всех с важностью поглядывают. Ну и как положено, молодым, энергичным и загорелым они открываются на полную. Поэтому дальше рок-н-ролл. Все это в одном танце. Конечно же, в белом танце. С белыми дельфинами. Тренеры приглашают, Коша, Лаша кружат, а мы наслаждаемся и смотрим. Давайте поможем дельфину, привлечем внимание, шумеют. Вот, видите, дезориентированный человек.
Еще раз прошу, давайте без падений. Приготовились. Пошутим. Молодцы. Поощрен. Какой навес отличный. И снова, друзья мои, давайте будем громче, чтобы никто из дочь не понимал. Вы хотите играть? Обратите внимание, дуэт художника Ванда и Мэри пишет в жанре
символический импрессионизм. Они сами придумали этот жанр, и хорошим тем, что, глядя на картину, каждый из вас видит что-то свое, чувствует какую-то свою эмоцию, свое впечатление. Посмотрите внимательно, друзья, я уверен, что на этой картине кто-то из вас видит что-то, а кто-то другой что-то другое. Правильно, да? Кому нравится картина и кто хочет забрать ее домой? Поднимаем руку и говорим «Я!» Кто хочет забрать домой? А кто сильнее всех хочет забрать домой? А кто при этом еще и самый громкий? Какой ажиотаж! Неожиданный ажиотаж вызывает этот предмет современного искусства. И поступим с ним, как полагается. Итак, дамы и господа, картина выставляется на аукцион. Аукцион, конечно. Там же нужно понять, сколько стоит этот шедевр. Правила аукциона просты, понятны даже детям, но дети не участвуют в аукционе. Чтобы сделать ставку, нужно поднять взрослую руку и взрослым голосом сказать сумму, которую вы готовы отдать за этот шедевр. После цифры 3, естественно, лот продан, ну, наконец, стартовая цена. Уж раз картина так популярна среди вас, дорогие ценители искусства, мы не можем продешевить. Минимум рубль, не меньше. Где? 100 рублей. О, 100 рублей раз. 100 рублей два. Сколько? 200 рублей. Вы транжира. 200 рублей раз. 200 рублей два. 300 рублей. Смотрите, мужчина пришел. Да. Сколько? 400. 400 рублей раз. 500. Еще один новый игрок. 500 рублей раз. Азарт такое дело. Сколько? 600. 600 рублей раз. 600 рублей два. 700 рублей, 700 рублей раз, да. Я вижу, вы серьезно настроены. 800 рублей раз. 800 рублей два. О, наконец-то, давайте поаплодируем. Решительный мужчина. 1000 раз, да. Сколько? А вы не умеете сдаваться, что ли? 1100 раз. 1100, два. 1100, да. 1200. Продолжается дуэль. Давайте поддержим аплодисментами наших дуэлянтов. 1200 раз. 1300. 1300 раз. 1302. 1000. Да? 1400. 1400 раз. 1402. 1500. 1500 рублей раз. 1500 рублей два. 1500 рублей. Два с половинкой. Последний шанс. Тишина, 1503, ваши аплодисменты, спускайтесь к нам.